Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я выгляжу как Тони Фергюсон в этих бомбовых очках. Дело в том, что сегодня у нас замечательный день. Воскресенье, авторынок. И сегодня мы посмотрим с вами самые актуальные варианты, которые здесь у нас присутствуют. Погнали, оставайтесь на связи. Не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий. Что, как очки вам? Как очки? Погнали, ребят. Только с мойки, да, брат? Да, вчера на мойке. Так, ну-ка не закрывай. Это у нас Рио. Давай я попробую отгадать. 14-й год. Да. Тепло? 13-й? Ну почти. Да. Так, ну, мультируль, механика, компенсаторы чуть стучат, 158 тысяч. Пробег. Че, как машинка? Да ничего. Одна крашеная деталь. Все, ага. Все в родне. Вся в родне. Сколько хотите? 5300 хочу за них. 5300. Вот, короче, горячие пирожки. Ну, они сейчас примерно так и стоят, они раньше так. Есть хорошее состояние, они так. Да, 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 совершенно верно. Так, вот такая вот, ребята, Рио. 14-го года. 158. 5300. Номер телефона скажи. Да нет, скажи сразу сюда. 747-183-9206. Звоните. 1.6 механика, 1.6 механика. Все, хорошо, спасибо. Так, и вот такая Audi. Audi из Питера. Ассаламу алейкум. Вас не снимать, да? Секретный агент. Секретный агент из Питера. Ассаламу алейкум. Так. А шестая 5500, 2005 год, 263 тысячи пробег, 2.4 механика. Так, механика вот такая вот. Оп. А шестая, ребят. Интересная, как вариант. По обслуживанию, что скажете по машине в целом? Как бы не капризная машина. На механике же, да, у вас? На механике. Масло берет? Нет, не берет. Сколько окончательно будет? 5500. 5500, да. Ага. Вот есть у него моменты по кузову, да, вот эти вот. Я брал на салоне в прошлом году ее. А где, в каком? Кутанай. Машина вообще с Уральска, ее на автовозе привезли. На автовозе когда привезли. Вот момент, где я сразу выдающий был. Все, все. Ну и такой багажник. Где кость сидят на багажник? Так, запасочка. Все. Аккумулятор новый, резина. Ага. Лето есть? Лета нет, вот, зима. У нее что объем какой? 2.4. Можно ее завести там, посмотреть что там? Ну слушай, тихо так завелась. А? Тихо работает, да? 8701, ага. 644, 67, 74. Все, ребят, это была Audi A6. Откуда? Из? С Новоишимки. С Новоишимки? Все, Audi A6 с Новоишимки, ребят. Вот такая вот. За 5500. Ну, я думаю, еще можно поторговаться. Вот такой мерин. А, это же наши америкешки. Знаем этот мерс. Это наши америкешки. 6900 E350 2007 год. 327 тысяч пробег у нее. Ребят, и следующее. Toyota. Это у нас Toyota. Такая только. Toyota Celica. 97-й год, 1.8, автомат, бензин, передний привод, 2.2. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как машинка? Может... В принципе, хорошая, за 2 года себя показала, отлично. Ага. А какие-нибудь есть нюансы? По кузову только. Только кузов, да. Технически? Технически она, в принципе, есть. Toyota есть Toyota. Да. Так, 1.8 на автомате, 2.2, левый руль, бензин, передний привод, каз-учет. Вот он номер телефона, ребят. Торг есть? Да, есть. Можно будет, да, да? Поторговаться? Все. Хорошо. Вот, ребят, вот такая целика. Давайте глянем, какие нюансы есть по кузову. Ну, по кузову вот у нее. Видим такие трещинки еще. Вот моменты есть. Вторичный окрас. Имеется лючок. Это у нас купешка. Целика легендарная. Марка автомобиля. Масло берет, скажите, пожалуйста. Нет, капиталку сделал. Капиталку делали? Можете запустить движок? Да, как вообще салон, просторный? В принципе, для двоих само то. Ну и с детьми, в принципе, задним. Все. Ну и запустилось без проблем, ребят.
Движка, говорит, капиталина. Вот это выглядит. Вот так вот. Все, спасибо. Вот то самое камрюшка. 8 с половой стоит, 13-й год. 170 тысяч у нее пробег. Газ, бензин, 2,5 на автомате. И вот такая вот на светлом салоне, ребят. На светлом салоне. Газельваганы у нас. Вот это у нас свап, ребят. Вот это у нас свап. 3 литра за 7 мультов стоит. Вот такая. 3 литра автомат у нее от... от Lexus что-то такое там поставили у нее. Я не шарю в это. Но тем не менее, что здесь у нее? Новая резинка у нее. И сзади, смотрите, у нее тоже шипы. Хорошая резина. Рама. Слушайте, ну рама такая аккуратненькая, целенькая. Все по ней. И сразу перемещаемся на эту раму. То же самое видим. Рама свеженькая. Вся, этот автомобиль я знаю. Это у нас Next. И стоит она у нас 7430, 15 год, 2,7. Механика. Тентовая полностью. Очень интересная. Оп, газель. Вот такая вот газелька у нас, ребят. Так, следующая у нас вот такая. Audi. Слушайте, прикольная соточка. Когда вот такие вот есть ништяки, вот знаете, кто-то говорит, вот, заколхожено. Ну, это говорит о том, что хозяин любит свой автомобиль, я так понимаю. И, в принципе, как вариант, хорошее качество для при подборе автомобиля, если учитывать. И вот такая вот Audi у нас. Вот такая Audi. 4600. Что там? 4640 это ее. А, 464 это ее пробег. 2 миллиона 650 за нее просит. Номер телефона, пожалуйста, мы указали. 2,6 2,650. Следующая тачка у нас. Это тоже у нас Poli, Volkswagen Polo. В черном цвете. Здравствуйте, я извиняюсь, что прерываю. Скажите, пожалуйста, как в целом настроение, как проходит день у вас? Все хорошо. Настроение только работы. Начинается, да? Утречки. Да. Осмотр машины. Да. Есть у покупателей, были уже, что-то смотрели? Ну вот я продаю, подошли. Вот мы интересуемся, смотрим. Все, Рахмет, а откуда приехали? Местные. Для аналитики. А что продаете, скажите? Вот Polo продаю. Polo. Polo? Ну как, вот вы сейчас посмотрели, как в целом по машина? По цене что-то дороговато будет. Ну я думаю, можно договариваться, надо договариваться. Да, договариваемся, рынок. Общаемся сейчас, все. Что будет. Рахмет, визуально давайте гляну. Визуально выглядит хорошо, в черном цвете, богатый цвет, интересные диски. Я так понимаю, лето тоже на дисках есть, да? Нет, лето на этих же дисках. А, на этих же дисках. Видео все. Новое, 54. Так, по цене 4 400, 1,6. Автомат. Можно глянуть, да? Да, да. Как зимой печка? Нормально. Кондёр летом хорошо работает, зимой печка тоже хорошо работает. Так, и... Вот такой, полоски. Кстати, коробка надежная, да, говорят у них. А пробег какой у него? 206 тысяч. 206 тысяч пробег, ребят. 206 пробег. И сзади вот так вот. Удачи вам продажи. Спасибо. Не буду отвлекать. Да, Саудаблс. Nissan Максима. 1 700 000 за него просят. 2000 год, 37 тысяч пробег. 2 литра механика, ребят. Вот такая вот ласточка. Блин, ну салону точно нужна химчистка. А чья машина? Ну такое точно не гоже. Владелец, пожалуйста, обратитесь, мы вам поможем. Сделаем химчисточку. Приходите к нам. Ну, вот такая вот машинка за 1 700 000. Вот с химчисткой она будет явно интереснее, ребят. Шевроле Кобальт. Даже на резине летней. Абсолютно без пробега. 8 миллионов, ребят, 1,6 на автомате. Вот так вот. А бизнес по-казахски называется, ребят. Закрыто все. Ваш автомобиль, да? А новенький Chevrolet Cobalt. Ну как поживаешь?
Пойдет. У нас сегодня, оп, перчатки не буду снимать. У нас сегодня выпуск такой, без одним дублем. Ага. Снимаю все сразу. Ты сегодня что-то продаешь? Вот, продаю, прелесть. Так, вот такая вот цешка у нас. Короче, пробег, я вот летом мотор поставил, ага. 104 тысячи пробега, компрессорный. Компрессорный? Да, вот за лето я заднюю резину втер до проволок. Она заряженная, эта цешка. То есть без проблем, да? Ну, ну давай присядем. Не для пенсионеров, ребят, вот такая цешка. А я с камерой просто. Ну, выглядит так прикольненько. В целом, уютненько. Чистенько. Типа панорамы, короче. Панорамочка у нее есть. В целом, почему бы и нет. Вот у меня давление 1,4. Ага, так, нужно еще чуть-чуть потише сделать. Давление массово получается вот у меня вот раз. Ну вообще рабочий 1,4 у нее. Одну атмосферу дует компрессор. Это ты чисто под компрессор вывел? Это компрессор, ага. Это ага. Давление масла. Очень ага. Удобная вещь. Залил масло получается, дорогое, да. Там бардак. Ага. Сразу давление на единицу упало. Все, он сразу ага. Показал. Слил, залил другое масло, как положено давление. Вот очень удобно. Там, ну, проходишь 3-4 тысячи на масле. Сразу давление падает, он показывает датчик, удобная вещь. Да ты чё? Помимо этого здесь электронный щуп стоит. Вот в мороз заводишь, это, ну, показывает масло 5,5 литров. В мороз ты ее заводишь, она 5,5. Там бах 5,4. То есть это говорит о том, что масло вообще, ну, замерзшее. Там 5,3, 5,2 потихонечку потом расходится. А, да ты чё? Слушай, ну твой подход к технике это очень круто. Ну, ESP работает, чё? Антибукс, антизанос. Скажи, пожалуйста, рекомендуемая получается у нас тема при замене масла. Сколько все-таки надо пробежать, чтобы, допустим, сделать замену масла? Можешь такой? Короче, сказать? Твоего датчика. Да, я заливал манул сюда, когда мотор поставил, я проехал там где-то, может, 1000-2, я его слил, залил там что-то за 24, за 25 бардаль. Давление сразу единица, я его сразу сливаю, залил я потом Рольф. Вот я на Рольфе осень откатал нормально, в принципе. Потом после этого я залил вот Рольф 5.30. Вот у этого мотора рабочее давление 1.4 на горячую, даже на перегретую, да? Ага. Вот сейчас у него полторашка, короче. Давление держит эту маску. Пробег где-то 3000, ну, на эту маску накатал эту зиму. Прикольно. Да. Ну, помимо этого, на, по электронному щупу ты утром смотришь, как масло уходит. Когда вот 32-33 было, короче, ну, бесполезно это масло ага. Будет заводить. Слушай, то есть такое... масляное голодание, в башке да. Нет масла. Все, все. А ты как его проверяешь еще раз по этому щупу, да, получается? Сейчас он покажет, сколько масла, да? Сейчас масло получается. Это где ты смотришь? Вот масло, смотри, сейчас 4,5, 4,6, вот. Видите, стекает. Да, вот, ага. 4,7. А, стекает, да, слушай, прикольно вообще. Получается, ты бац, глянул, да? Да, вот 4,7. Ну, когда на рабочем, наоборот, где-то 3,5, 3,3 она будет. Ага. Слушай, еще такой момент. Ну, я прям чувствую, как ты вот газуешь, ну-ка, газани. Прям ее аж подтряхивает такая. Ну, здесь 170 лошадок. На этом ага. Моторе. Для такого кузова на заднем да, приводе. Да, ESP отключаешь, все, понеслась, короче. Для 1.8. Раздаешь. Такой еще момент. Скажи, пожалуйста, у тебя был японец же долгое время. Ой, много машин было. Японец был 8 вот, лет. Вот, я помню, вот японец. Какое масло ты туда лил? Туда я Моби вот заливал по тем временам. Или... И Демицу вот это? Нет, не Демицу, вот это либо, короче, Мобил и еще какое-то такое масло было, схожее ага. Название. А как вообще и Демицу на японце? Не знаю, не вливал ничего такого. Все. Все понятно. Итого, сколько-то не ответили на главный вопрос? 3450. 3450 за нее. А масло менять при каком пробеге-то? 4-5 тысяч. Для нашего масла, который здесь в Казахстане, там много, вот, 4-5 тысяч. Этого достаточно. Конечно. Все. Больше оно, судя по датчикам, слушай, 3450, мужики. Вот
видите, какой подход грамотный, абсолютно от техники. Это все ты сам делаете, датчики? Это я сам поставил, да. Это после того, как у меня поршень прогорел, я поставил датчик давления масла. Сразу датчики стоят у нас. Машинка шепчет в салоне, просто Ташкент, у меня лицо уже от печки высохло. Поэтому газуешь, газует, ехать получается едет она? Уверенно едет. Уверенно едет. Есть газ, но газ отключен, я не подключал к этому мотору газ. Все. Так, ну давай сюда, можешь подъехать ее по кузову, сниму, вдруг что-то слушать. Давай, давай. Момент, интересная машинка, давайте ей побольше внимания уделим. Ну, автомобиль в тех самых руках находится, поэтому как вариант рассмотрите. Номер телефона вот я здесь укажу, мотор контрактный, ребят. Класс. Суппорта перебрали к зиме. Есть два слика летних. Задних не осталось. Давай капот открою. Давай. О. Четко, четко. Слушай, ну, по мне так прикольно очень. Молодец, за подход прям вообще лайк отдельный, за твои датчики и подход к маслу. Датчик получается вот масляный фильтр, корпус. Ага. От корпуса вот я увидел электронный. А на тут компрессор, вот вакуум, вот электронный я увидел. Ну еще надо будет поставить сюда датчик давления, датчик температуры антифриза. Датчик температуры антифриза. Да. Все, давай, удачи тебе в продаже. Рахмет, бро. Все, давай. Нива, Урбан. Ассаламу алейкум. Как машинка? 17-й год, 66 тысяч пробег. Обмен с моей доплатой. Вот такой вот. 1,7. Вспомню, братан, заливал мобил, заливал титан. Мобил и титан. Да, вот на два. А на Тойоту, да? А? На Тойоту, все. Слушай, как тебе Урбан? Прикольно, да, выглядит? Хозяйская машина. И видос такой вот четкий у нее. Сейчас покажу ее по кругу. Вот такая вот, ребят. Урбан. И оптика сзади. А оптика это уже сами, да, покупали? Оптику уже сами брали. Какие-нибудь еще есть фишки дополнительные? Кондер. Кондер здесь? Да, кондер. Прикольно. Подогрев сиденья. Ага. Подогрев. А, это подсветка, да? Угу. Прикольно. Смотрите-ка, четко. Хорошая Нива очень. Вид отлично. Есть, бодро. Так, Урбан, полный привод, номер телефона, звоните, ребят. Так, ну и следующая у нас вот такая вот Audi. Audi A6 капля. Что это сверху там? Что-то продается, да? Карп. Ну, братан, карп 600 тенге. Это дешево, да? Не знаю. В городе штука стоит. А, все. По 600? Ага. Карп? Карп. По Салмалика. ВДшка по 600. А, ВДшка по 600. Салмат это все. Ага, это все салматы. Инструменты, да, вижу. Есть, какие-то? Да, да, да. Наборы. А, вот этот торнадо что? Ау. Вот это что такое? Это насос, аккумулятор, зарядка. Ага, сколько? 6000. 6000. Прикольно. Блин, мне как раз надо был набор головок этот, дома и Аристон делаю. Вот у нас, вот Салтман, вот большой набор. Хороший, да? Как считаю, по 36 продают, у меня 20. Четко, четко. А Аристона вот это вот. 5000, 8000. Ну, молодцы, ага. У вас какой-то свой магазинчик, да? Нет, я с Алматы. Вы сами чисто да, занимаетесь, да? Машина с Алматы, сейчас продам его, оставлю. Все. А, инструменты со всей миссии отдаете? Нет, отдельно. Отдельно, да? Если вам здесь все. Все, ребят, вот номер телефона. Видно, не видно, вот. Должно быть видно. Все. Саудаблсон. Рахмет. Приезжайте. Так, вообще, что вам предложить-то? Я вообще на север по другим делам приехал, по земле, защита земли, которую назарбаевские в свое время прихватили. Так, вот это уже интересно. По митингу я приехал. На Вайшинку, Чистополю,
прошлом году сделали митинги 16-го. Сдвиг пошел, ну надо ускорять. Надо все ускорять. Земли поделили между собой на севере. Назарбаевские кланы. Вот это надо назад возвращать. Для этой цели я приехал. С этой целью приехал? Да, да, да. Чтобы дорогу купить, я затарился. Потом что за расходы у меня? Раз в две недели класс. Я Алмата, архивы все поднимаю. Ну, у вас очень такая миссия, конечно, большая. Да, да. Поэтому, чтобы дорогу окупать, я так бы он мне не нужен был. Все. Я у людей копейки не собираю сам. Все, все, себя. Все. Все понятно. Ну, давайте я вам пожелаю только удачи в продаже всего, чтобы продали. И Audi интересное, сколько она? Я за 3 оставлю его. За 3 оставлять? Да, да, да. Так, независимый. На машину эксперт, у меня... что скажете? Ну, нормально, 1.8 на турбине, говорит. Двигатели хорошо работают. Салон не ушатанный. Давайте глянем, давайте глянем по салону. Что там? Вот такая вот. Просто я его не мыл, не готовил. У меня рабочая лошадь, я с Алматы 2 дня назад приехал. Ага. Своим ходом, да, приехали? Да, да. Ага. 170. Ну, Audi. Женщина, хозяйка была здесь. Ага. 270. Да, Audi вообще пофиг, по идее. Все, удачи вам. Слушайте, Polo, 19-й год, 34 тысячи пробег, 7 миллионов 600, 1.6 автомат, бензин, передний привод, ребят. Вот так вот все. Выглядит очень-таки прикольно. Polo, пишите, 7600 дорого за полик на автомате. Ну что смотреть, свеженький, аккуратненький. Далее у нас еще одна Audi. Audi A4, слушайте, какая-то большая она для четверки. Реально, да, A4 это? Видимо, да. Так, 2002 год, 240 тысяч у нее пробег, 3300 за нее просит. И в таком вот, слушайте, хорошенькая такая. На автомате. На автомате. Так, что нам привезли там, мои вопросы? Это интересно. Вот такая вот Audi у нас. S4. Наклеечка прикольная. Еще одна Audi, ребят. 2 миллиона 650 96 год. Передний привод. Так. Лех, что там, тачка? Огонь? Что расскажешь? Что, ДРСКИ двигатель, 20-клапанный движок. Это что, прикольно? Это обалденно. Да? Да. Типа валит? Типа валит, ну. Ага, так. Что окончательно, что надо знать про машину? Что по вложению? 2,5 без вложений. Без вложений? Да. Все, хорошо, 2,5. Номера телефона нету, Лех. А там есть у вас, я уже закидывал. Есть, да? Да-да-да. А, ну все. Просто здесь и нету. Вдруг кто-то. Здесь и нет. Потом допишем. Да, скажи, продиктуй. 8778 908958. Все, звоните. Вот, вот такая вот Audi, прикольная. Вот, синий цвет. Издалека? Со Степногорска. Со Степногорска. Все, удачи вам продаж. Так, Мерс, что, продается Мерс? Все. Это, это вы? Все, ну так. Ну все тогда. Ладно, давайте глянем дальше. Веста, ребят, вот такая вот Веста, беленькая. Веста, Веста. И письмо здесь оставили. 19-й год, 1.6, 16-клапанный. Подогрев сидений, кондиционер, сигнал автозапуска, пробег 58, цена 5750. Ребят, вот номер телефона оставил. Если что, звоните, помните. Вот такая вот Весточка. И туксончик в белом цвете. Вот такой вот туксончик. С виду прикольный. 1 470 000 у него цена. Передний привод. 47 тысяч пробег, 2 литра. Автомат, бензин, передний привод. Вот такой вот
миллиончики, 14 700 000 точнее. Туксоны, конечно, сейчас в цене подросли. У нас есть тоже варианты по туксонам, сейчас чуть позже покажу. Так, ну давайте глянем, вот Hilux, ребят, у нас стоит. Очень-очень-очень прикольный и по вкусной цене. За 19-й год, ребят, 93 тысячи пробег у нее. Цена 19 миллионов 408. 2.7 на автомате, полный привод, ребят. Вот такой вот Hilux. Мне нравится, ребят. Классный Hilux, классная цена. Пожалуйста. Ну и давайте глянем, что же там у нас стоит на улице. 1 598 000, ребят. Вот такой PS. Но вот он сейчас стоит, да, уже неделю здесь на улице. Без проблем вообще заведется. Последний раз его неделю, наверное, точнее, запускали назад. Он сейчас заведется без проблем, ребят. Поэтому очень интересный такой посад. Дзин и поехал. Калинка, малинка, в цвете баклажан. Без ценника, но тоже продается около 2,5, что по ней цена. Так, Ярис 2750, 1,5 на механике. Я считаю, что хорошая цена. Звоните, why not. Еще одна Гранточка, 15-й год, 106 тысяч пробег, 1,5 на автомате. Указана цена ниже рыночной, 3 690 000, 2004 год, 2,5 на автомате. Прикольная. Такой вот Форестер. Лачетти 4 миллиона на автомате, 1,6 2011 года, проходит по кредиту, поэтому обратите на нее внимание. Далее у нас Corolla Verso 4 222 000, также идет по кредиту, 2002 года, 206 тысяч пробег, 1,8 на механике, ребят. Largus за 4400, ребята, у нас здесь находится. 190 тысяч пробег у нее всего, поэтому 7-местный. Как вариант, кто ищет Largus, пожалуйста, он здесь есть. Так, люди вот машинки упустили, давайте, чтобы... Только зашла, кстати, ребят, только заехала. Вот это вот Toyota Matrix. Toyota Matrix за 4290 на автомате. 1,8 передний привод, ребята. Ну, только-только заехала, поэтому срочно-срочно посмотрите на нее. Так, Rapid за 5 мультов, 13-й год, 157 тысяч, 1,6 механика. Посмотрите, прикольный вариант. Так, за 4500 стоит Шкода. Шкода Октавия, ребят. 4546 2010 года. Тоже как вариант прикольный. Так, ну и у нас тоже есть Нива, ребят. Нива 2014 года. 92 тысячи пробег. Пожалуйста. Вот так она выглядит. 3 240 000. Прикольная Нива стоит у нас. Давайте глянем, что там есть еще. Так, ну а следующий экземпляр. RX 300. В хороших руках он был. Долгое время находился в одних руках. Вот такой вот RX. За 5 946. RX 300. Трехлитровый. На автомате, бензин, полный привод, ребят. Далее у нас 6 470. Sanyon Chiron, 14-й год, 132 тысячи пробег, 2,3 на автомате. Прикольный, еще как прикольный. Fiat Doblo, чисто рабочая лошадка, ребят, кто хочет для работы использовать. Очень объемный, очень большой. Дверь купе у него с двух сторон. 2011 год, 300 тысяч пробег, 1,6, весь в родне должен быть он. И передний привод, ребят, бизнес автомобиль. Вот, пожалуйста. Santa Fe 7 000 000, за него просят. 2007 год, 2,7 на автомате, передний привод, ребят.
салончик, гляньте, кто-то уже это, смотрите, смотрел. Очень интересный салон у него, свеженький, чистенький. Прикольная машинка, полный привод. Как вариант, вот такой кроссовер можно приобрести. Далее у нас Kia Soul. 7 400 000 за него просят. Очень интересный автомобиль, 1.6, передний привод. Почему он еще находится здесь? Здрасте. Так, Skoda Yeti. 7 632 000 за него просят. 2014 год. 7 632 000 на автомате, ребят. Ну, прикольная же тачка, согласитесь. Дальше у нас. Так, ассенизатор есть вот такой. Около 3 что-то за него там стоит цена. Но тоже готов бизнес на колесах, ребят. 2 700 за него цена. Вот такой вот ассенизатор, газончик. Прикольно, если да, то пишите. Бычок Мерин. 9 мультов за него просят, дизельный. Большущий, огроменный. Вот такой вот бычок, ребят. Вот такой вот на дизеле. Настоящий, действующий бизнес-вариант. Ну, а следом у нас Лада Ларгус. Только зашла она, машинка. Поэтому, как вариант, находится здесь. Еще у нас есть две Nexia новые зашли. Прикольные тоже на продажу. И вот эта машинка, Corolla, тоже стоит. Так, 2010 год. 6 900 по ней цена. Так, здравствуйте. Для нашего YouTube канала скажите, откуда приехали? Мы почти 500 километров. Вау, это где? Это в сторону Петропавловска. Питер? Питер, да, и дальше мы с деревни. Класс, откуда именно? Я сам не слышал. Что ищете, скажите? Ну, пока приехали, присматриваемся. А варианты есть какие-нибудь? Ну, пока думаем. А примерно, ну, плюс-минус, чтобы сориентироваться. Что там? Ну, человек ищет Дастер. Дастер? Все, я думаю, варианты подберем мы, Олега? Конечно, подберем. Спасибо, что приехали к нам. Все продается, все покупается. Ребят, целый бизнес на колесах у нас. Большой, вкусный. Вот такое вот вкусное предложение, я его назову так. Действующий ресторан. И за него всего просит прицеп, за этот прицеп 1 897 000. Абсолютно весь заводской с техпаспортом изготовлен на заводе автомобильных заводов. Кузов Маскупова. Вес всего 750 тонн, 600 он весит. Ну и может выгрузить 750 килограмм, может на него добавить без проблем. Там внутри кухня, холодильник, все вот так вот выглядит. Я считаю, что это отличный вариант. И следом у нас вот такая вот Волга. Волга очень интересная, 1 564 000. Она находится также у нас здесь. Приезжайте, как вариант, если есть фанаты ретро автомобилей, go к нам. Ну, а также следующий вариант. Вот такой вот дом на колесах. Газовое отопление. В общем, все примочки, кухня, спальня, детская, ванная, гостиная за 5 550 000. Вот такой вот трейлер. Why not? Ребят, погнали. Короче, вот такая у нас сороковочка стоит за 6 400 000 2007 года. Сейчас посмотрю, если она открыта. Закрыта. И начну я следующий блок. Начну со следующего, друзья. Спасибо большое, что смотрите нас. Всем большой рахмет, кто приходит к нам, кто пишет комментарии, кто ставит лайки под этим видосом, потому что это все делается для вас и для нас, конечно же. Но, тем не менее, хочу поблагодарить всех подписчиков. Без вас этого всего бы не было бы возможным сделать. Конечно же, мы хотим расшириться. Конечно же, я хочу
покорить другие города. Это говорю для тех, кто постоянно спрашивает, а вы есть в Астане, в Алмате? Да, я хочу. Но есть на это ряд причин. Я надеюсь, у нас все получится. Поэтому погнали. Оставайтесь на связи. Сейчас вам покажу то, что у нас внутри здесь стоит. Ехал. Начну с того, что... Так, это наш туксончик, нет? Да, наш. Здравствуйте. Ну, короче, вот такой вот туксончик. Мы по нему смотрят, ладно. Туксончик свеженький, 19 мультов стоит. Мазда, шестерочка. 10-124, короче. 15-й год. Ну, классная. Вот здесь я ставлю вот... Вот здесь будет у нее этот, рекомендация того, что мы по ней делали автоподбор. Посмотрите. Элантра. Элантра, 19-й год. 45 тысяч пробег. За 10-600, ребят. Как вам тачка? Затем, слушайте, там ее уже типа купили. Я так понимаю. Поэтому Мазда. За 10-й год, не помню там, что там по цене, честно, ехала. Ну и, ребят, вот тут баннер увидел, вот такой вот. Цифровой автокредит за один день в нашем автосалоне. Возможно приобрести автомобиль, если просто прийти к нам и посчитаться. Без проблем, приходите, посчитаемся. Так, туксончик. Туксончик тоже интересный. Интересный, 13 миллионов 225, 18 год, 80 тысяч всего пробег. Интересный, 2 литра, полный привод, автомат, байончик, новенький, по цене прайса 12 миллионов 190. Я считаю, это классный, он сейчас у нас здесь. Здесь у нас еще Opel, Opel Astra, что-то там по нему хотели. Затем у нас следующее. Sorento, 20-й год. 40 тысяч всего пробег, 2.4 на автомате, бензин. Офигенный вариант. Вся морда бронепленочка. Карнивал за 30 мультов. 20-й год. 7 мест. Вот такой вот. Вот такой красивый. Вот такой красивый. Затем бус у нас есть, тоже такой прикольный есть. Красивый бус. За 20-ку, ребят, Т5. RAV4. За 7900, ребят, 6-й год, 2 литра автомат. Но вот состояние у него хорошее, парни. Поэтому посмотрите. Вот такой, да, серьезный, за 12-ку. 21-й год. 10 тысяч всего пробег на полном приводе. Друзья, на такой замечательной ноте специально для вас вел я, Жанибек. Поэтому следующий выпуск, наверное, будет очень интересный, потому что по секрету сказать, да? Не сказать. Нет, не буду говорить, чтобы посмотрели, но будет классный авторынок. Он будет проходить не здесь уже. Скорее всего, я надеюсь. Но поэтому, если все получится, поэтому обязательно подпишитесь на канал, если смотрите, чтобы ничего не пропустить. И напишите, если вы досмотрели этот выпуск до конца, пожалуйста, черканите внизу. Я досмотрел до конца. Вы меня очень сильно мотивируете, что выпуски смотрят до конца. Все, всем большой рахмет. Пока-пока.